Начну с важной даты для каждого жителя планеты. 12 апреля мы отмечаем Всемирный день авиации и космонавтики. В этот день, в 1961 году, советский летчик-космонавт Юрий Гагарин совершил первый полет человека в космос на корабле «Восток». После такого революционного шага нам не было равных в космических достижениях. Через 4 года выход в открытый космос совершил и другой герой Советского Союза Алексей Леонов. А капитан корабля Павел Беляев впервые посадил космический аппарат в ручном режиме. Причем приземлился у нас в Пермском крае, на Усольской земле. Десятки поколений гордятся нашими бесстрашными покорителями космоса, которые во многом изменили сознание людей.